прямоугольника взята произвольная точка. Вот они отрезки. АХ, БХ, ВС, ХС. Докажите, что сумма длин АХ, БХ и ЦХ не меньше половины периметра. Ну даже, если честно, строго больше, чем половина периметра. На самом деле я могу дать продолжение этой задачи, а именно доказать, что еще и просто меньше, чем сам периметр. Так что пусть у нас будет два пункта. Есть произвольный треугольник. Внутри него точка. Докажите, что сумма расстояний от этой точки до вершины больше половины периметра и меньше периметра. Если бы не было сегодняшнего занятия, и вы бы получили такую задачу, совершенно никаких шансов ее решить не было. Но это всегда так. Обычно решить список из 10 или 20 задач легче, чем решить одну из задач этого списка. Потому что когда вы решаете, вы понимаете, что одно связано с другим, с третьим, как оно развивается, развивается. Да, что решил? Надо найти неравенство всех треугольников и сложить их. Продиктуйте, какие неравенства? АХ меньше, чем АВ плюс ВХ. Ага. Вы хотите, чтобы я написал так. АХ меньше, чем что? АХ меньше, чем АВ. АВ плюс ВХ, да? Да. Ну и аналогично. ВХ меньше, СХ меньше, так? Да. ВХ будет меньше чего? ВС. Чем ХС плюс ВС. А СХ будет меньше, чем ХС. ХА плюс АИС. Плюс АС. Сложите эти три неравенства. Да. Отличная идея. Возникает, между прочим, та же самая сумма плюс еще сумма длин А, Б, В, С и С, А. Если мы зачеркнем вот это, получится, что периметр треугольника больше нуля. Это, безусловно, правда. Не то, что нам нужно было. Вы ни одно из этих неравенств не доказали. То есть, это абсолютно верно рассуждали. То есть, вы доказали верное неравенство. Ноль меньше, чем периметр треугольника. Но нам совершенно это не нужно. Так что, действительно, нужно писать неравенство треугольника, но какие-то другие. АХ плюс ХВ больше, чем АВ. Все, пиши. Это, скорее всего, получится. Так, АХ плюс ХВ больше, чем... То есть это, конечно, правда, но это какая-то странная правда. То есть ВХ больше, чем что? АХ плюс ХВ больше, чем... Больше, чем АВ, это правда. Дальше. АХ плюс ХС больше, чем АС, это тоже правда. И что вы будете делать с этими тремя неравенствами? Отлично. Складывайте. Что будет в левой части? 2АХ... Пиши. Молодец, правильно. 2АХ плюс неравенства должны быть в квадрате. Обязательно порядок. Да. Больше, чем... Сделайте небольшой пробел, будет видно, где левая часть, где правая. Да, чуть-чуть отступи. Отступи чуть-чуть, не жадничай. А, Б, В, А, С и В, С. Отлично. Господа, скажите, пожалуйста, какое из двух неравенств, которые нас просили доказать, сейчас мы доказали? А? Какое? Правое. Это? А если присмотреться? Мне кажется, это другое. И тогда здесь получится половина периметра, а здесь сумма. Не надо писать, потому что написано вот это. Вы сейчас только что доказали. Х плюс
вот таких надо написать еще два. Все, выходи, пиши. Молодец, решил. Заметьте, ребята, он, я уверен, что это нигде не списал. Я сам сообразил. Это здорово. Значит, смотрите, смотрите, что он предлагает. Написать нашу известную уже нам задачу. Давайте вот здесь код. Прямо начните вот здесь. Сверху максимально. Bx плюс xc. Bx, да-да-да, плюс xc. Меньше чем. Надо просто вместо x подставить букву а. Меньше чем аб плюс ац. Пишешь вторую строчку. Только на этот раз не для bx и cx, а для каких отрезков? bx и ax. Отлично, пиши. bx плюс ax. Плюс ax пробел. Меньше чего? Чем? АВ плюс... Смотри на картину. БХ плюс АХ. Это какие два отрезка? Меньше, чем АВ плюс... БХ плюс АХ. Вот это. БХ и АХ. Меньше чего? Меньше, чем вот эти два отрезка. АВС и АС. Пиши ВС плюс АС. Для АХ и ХС. АХ плюс ХС меньше, чем обычно. Отлично. И что мы теперь делаем? Сложим. Фишку? Да, складываем все. Что получается в левой части? 2 АХ да. Плюс 2 БХ плюс 2 да. СХ. Да, молодец. Меньше чего? 2. 2. Чего там? А, Б. А, Б плюс 2 Б. Да. С плюс 2 А, С. Молодец. И что мы теперь делаем, чтобы получить? Сравните две части. Не то, что сравнить, а мы просто говорим, что неравенство, которое мы должны доказать, отличается от этого только двойкой. Поэтому мы просто обе части делим на 2 и получаем то, что... Молодец. Молодец.